Уважаемый Саша Анатольевич, спасибо большое за ваш визит. Это первый ваш заграничный визит, первая поездка за границу после выборов президента Армении. И я еще раз хочу вас поздравить с убедительной победой. 60%, свыше 60%. Это очень хороший результат, который говорит о доверии народа и дает вам возможность реализовать все планы, которые вы ставили перед собой, начиная эту избирательную кампанию. У нас с Арменией особые отношения, и в Армении, и в России это хорошо знают. Надо сказать, что в целом они развиваются успешно, несмотря на определенные трудности мировой экономики. В прошлом году у нас был рост товарооборота свыше, чем на 20%. И мне очень приятно отметить, что Россия продолжает уверенно удерживать первое место в торгово-экономическом обороте с Арменией. И следует отметить, что мы занимаем первое место и по накопленным в Армении иностранным инвестициям. Это свыше 3 миллиардов долларов. И этот процесс продолжается. У нас есть большие, перспективные, хорошие инвестиционные совместные планы. Надеюсь, мы сегодня будем иметь возможность по всему этому комплексу поговорить. Не менее активно развиваются наши контакты в политической сфере. Мы осуществляем взаимодействие практически на всех уровнях и по всем направлениям, и по линии парламентов, по линии правительств, политических партий, общественных организаций. И все это создает очень хорошие предпосылки для укрепления наших отношений, прежде всего между людьми в гуманитарной сфере. Здесь очень важную роль играют соответствующие объединения, армянской диаспоры, которая проживает в Российской Федерации. У нас армян очень много, вы это знаете, и они очень добропорядочные и эффективно работающие граждане нашей страны. Они продолжают поддерживать очень тесные контакты со своей исторической родиной. И это, конечно, дополнительный такой человеческий потенциал, который нас объединяет. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо, Владимир. Спасибо за приглашение и за поздравления в связи с избранием на пост президента Армении. Закономерно вполне, что первый мой заграничный визит, зарубежный визит, это визит в Москву, в Россию. Россия наш стратегический партнер, наш союзник. Этим, в принципе, все сказано. Прошлый год для нас был юбилейным. Мы отмечали 20-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. И за этот период мы прошли очень хороший путь и достигли исключительных результатов во всех областях. В политике, в экономике, в военной области, в гуманитарной и в интеграционных процессах. Поэтому мы считаем, что хорошо, что накопили, нужно развивать. Владимир Ильич, хочу особо поблагодарить за хороший прогресс в военной сфере после нашей последней встречи. С визитами у нас были министр обороны и начальник генерального штаба. И армянская общественность очень высоко оценила тот факт, что министр обороны России приехал в Армению в день армянской армии. Я согласен с вами, что есть прогресс и в экономике. Конечно, здесь есть вопросы, мы надеемся на помощь и поддержку России. Поэтому я очень рад, спасибо за теплые слова. И еще раз, Владимир Владимирович, подтверждаю мое приглашение посетить Армению в государственном визите. Спасибо большое. Благодарю вас.